Ты висишь, пригвожденный на древе, мой Господь и Спаситель Христос. Сколько ран на измученном теле ты от римских плетей перенес. Предназначен ты был на мучения, кровью наши грехи искупить, непокорное Богу творенье жертвой крестною вновь возвратить. Ты святой, без пятна и порока, наказание мира несешь. И за то, что толпа так жестока, ты простишь и за грех их умрешь. Крест Голгофский, оружие казни, струйкой алой текла с древа кровь, а в кругу фарисейском шел праздник, растоптавших святую любовь. Посмеялась над Богом творенье. Не смолкает тот смех и сейчас, но Творца неземное терпенье миру милость являет не раз. Тот, кто дал пригвоздить свои руки, сделал это для грешных людей. Здесь не нужно особой науки, чтоб понять нам царя всех царей. Он висел, пригвожденный на древе, чтобы в мире царила любовь, и к Творцу, приходящим по вере, дать свободу от грешных оков. Аминь.